Здравствуйте, с вами канал Вкусноогород Барнаул. Сегодня весь день моросит дождик, даже не можем собрать ягоду. Ну, половину уже собрали, и вот сейчас, пользуясь случаем, что дождик немного стих, хотел показать свои скромные розы. Быстро летит время, и вот 3 года назад мне были подарены несколько саженцев роз, я их высадил. И с той поры они растут. Должен заметить, что, к сожалению, пока еще не научился сохранять розы зимой. И каждый сезон они подмерзают. Но, несмотря на это, все-таки они восстанавливаются и продолжают цвести. Но, к сожалению, вот за 3 года кусты, как и были в первый год, так, по-моему, такие же и остались на сегодняшний день. Это чайно-гибридные розы. Не знаю, может быть, они и не должны быть очень крупными, но все-таки, мне кажется, кусты маловаты. Но цветут, и то хорошо. Все-таки, надеюсь, со временем как-то я научусь сохранять их в нашу суровую зимнюю пору. Какой-то опыт нарабатываем, подсказывают цветоводы опытные, потому что я полный дилетант в розах. Но, тем не менее, розы зацвели, и покажу, как выглядят разные сорта. Вот это роза Грин-Ти. Очень красивая роза, такого лимонного цвета. Но, к сожалению, лепестки у розы вот какие-то по краям кое-где коричневые. Как раз было очень холодно, может быть, заморозком немного их задело, не знаю. Но все равно, даже в таком виде, эти розочки выглядят очень симпатично. Цветы довольно крупные, вот такие, бутонов довольно много. Из ухода за розами я произвожу только поливы, подкормки делаю одновременно с другими культурами. Ну, не знаю, если бы не подмерзали, мне кажется, розы были бы гораздо лучше. А вот этот кустик роз более мощный, и розы довольно красивые. На упаковке было написано, что это роза Gloria Day. Но цветоводы подсказали мне, что это, конечно, не Gloria Day мне досталась, а какая-то другая роза. Ну, я ничуть не жалею. Не Gloria Day, так не Gloria Day. Но, тем не менее, эта роза цветет и очень красиво. И кустик у нее довольно мощный. Так что эта розочка вполне меня устраивает. Вот такая она красавица. И цветы не такие уж маленькие. Бутонов он еще сколько. Так что не знаю, как ее называть, ну, пусть пока будет Gloria Day. Следующий сорт роз – это Seduction. Эта розочка тоже очень красивая. Вот такие у нее цветы интересного цвета. Немного с переливающимися оттенками. И смотрится очень хорошо. И бутонов тоже достаточное количество. Вот такой цветочек. Красиво, конечно, смотрится роза. Что тут говорить. Следующий сорт роз. Это роза Тимелис. Здесь цвет бело-розовый у этих цветов. Тоже смотрится неплохо. Вот таким образом. Но здесь та же история. Некоторые лепестки как бы по краям чуть-чуть повреждены. Я подозреваю, что это может быть заморозок. Если нет, может, кто-то что-то подскажет. Буду очень рад каждому совету. И последний сорт роз. Это очень хорошая, кстати, роза High Magic. Очень красивые у нее цветы. Даже сейчас она смотрится очень хорошо. Вот такая розочка. Но этой розе досталось больше всех от суровых зимних морозов. Вот именно в этом месте меньше всего снега, и вот, видимо, этот кустик был задет более сильно. Но роза выдержала. Ну, правда, кустик в этом году даже меньше, чем в прошлом. Надо что-то с этим кустиком делать. Я даже подумываю эту розу пересадить на другое место, где снега побольше. Но, тем не менее, все 5 сортов роз растут, цветут, набираюсь опыта. И надеюсь, раз уж они не пропали за это время, дальше каким-то образом я
научусь их выращивать. И кусты будут более мощными, и цветы будут тоже более крупными. Но даже сейчас розы смотрятся очень красиво. Кроме этих 5 сортов, мне был подарен еще один сорт. Вот он. Он посажен особняком. Это роза шраб. Но эта роза пока еще не цветет. Получил я эту розу как Манстед Вуд, но тоже мне цветоводы подсказали, что это не соответствует. Вот, к сожалению, так бывает. Розы были все в упаковках, все там написано. Ну, к сожалению, вот вроде бы тоже это не Манстед Вуд. Однако эта роза тоже очень красивая, крупная, красная. Но пока еще вот-вот только собирается распускать свои цветочки. Вот так выглядят мои розы к началу цветения. Надеюсь, и дальше они будут цвести хорошо. Чего я пожелаю всем огородникам. Украшать свои участки, потому что не хлебом единым жив человек, как говорят. И красота, она тоже нужна. Выйдешь, посмотришь на эти розочки, порадуешься. И можно дальше идти заниматься огородными делами. В конце пожелаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.